последнее время российские имиджмейкеры и стилисты всполошились. Такая юная и такая красивая Нюша иногда выглядит, мягко говоря, взрослее. На данный момент мой возраст позволяет. Зачем надо выглядеть взрослее? Нет, не зачем, просто я люблю меняться и люблю быть разной, и никто не может мне запретить этого делать. Последней каплей в терпении Влада Лисовца стало посещение Нюшей программы «Вечерний Ургант», после которой он написал: «Посмотрите на Нюшу и никогда так не делайте, лет до 45 точно». Ты восприняла это на свой счет, как личную обиду какую-то? Нет, конечно. Ну, я не знаю, у каждого человека представление о стиле, наверное, свое. Я могу позволить себе в данный момент выглядеть взрослее. Она очень... Может быть, было легче по возрасту. Но главное, что для нее музыка, стихи, ее энергетика. Вопрос все тот же. Зачем? Ну, кстати, это нужно спрашивать не у певицы, а у ее стилистов. Ну или хотя бы у коллеги по шоу-бизнесу, которая, кстати, в одном из лондонских журналов была признана самой модной. Мало видела нарядов Нюши вообще. Я предпочитаю никого не судить. Если ей это комфортно, это самое главное. Если кому не нравится, могут посмотреть на другую певицу. Смотреть на другую певицу не получается, ведь в клипах образы Нюши, ну, прям такие идеальны. Это как к доктору идти. Она готова идти, то мы поможем.